Это система будущего. Система будущего? Система будущего? Сложный очень вопрос. Что же такое система будущего? Ну, система... А что мы здесь, мы о моде говорим или мы о конструировании? О моде говорим. Ну, мода определяет вообще все законы в жизни. Те, кто говорят, что меня не интересует мода, и мода меня не интересует, они очень сильно лукавят, потому что модно читать определенные книги, модно смотреть определенные фильмы, модно посещать те или иные события, модно тусоваться в той или иной компании. И все это составляет определенную систему, все это продвигает нас в будущее. Мы не можем топтаться на месте. И то, что мы сегодня происходит здесь с нами, в определенном уровне выведет нас на какой-то определенный новый уровень, на определенную новую ступень. Понятно, что модные события, закладывающиеся сегодня здесь и сейчас, они очень сильно изменят наше ближайшее будущее. Существует огромное количество тренд-бюро моды, которые определяют то, в чем мы будем ходить, то, что мы будем носить, начиная с 2012 года, заканчивая 2016 годом. Вот уже сейчас они сидят, это определяют. И в этих тренд-бюро работает в большей степени гораздо большее количество социологов, психологов и политологов, чем художников. Потому что они смотрят на нас, на всех, под микроскопом, изучает, что же мы такое, а да, там есть еще маркетологи, что мы покупаем, что мы слушаем, что мы читаем, что мы носим, какие политические события происходят в мире, и все это в определенной степени приведет нас в какую-то новую ситуацию, все это воспитает в нас какие-то новые потребности, какие-то новые запросы, которым должны будут модельеры ответить через 2, 3, 4, 5 лет. Давайте заглянем в прошлое. 1 ноября 1891 года. Вы помните этот день? 1 ноября 1891 года? Ну, я не сильна в истории. Думаю, что это была какая-то... Это произошло в Мюнхене. Это произошло в Мюнхене. Октоберфест? Первый Октоберфест? Нет, Михаэль Мюллер. Ага. Слушайте, это 1892 год. Михаэль Мюллер в 1892 году, да, больше 100 лет назад, талантливейший портной, понимающий, что одежда сейчас не может полностью изготавливаться вручную, что взаимоотношения портной-клиент остаются только для высшей касты, он начинает создавать одежду, которую в России называли гуртовая, то есть массовую одежду. Для массовой одежды нужна новая система кроя. Поняв это, Михаэль Мюллер разрабатывает эту новую систему кроя, то есть он придумывает метод, который отвечает меркам. В основу он кладет законы Микеланджело, то есть каждый человек состоит из определенных пропорций, и нужно научиться построить развертки вот этих геометрических тел, цилиндров, конусов, шаров, из которых состоит человек. И в зависимости от роста, веса, можно создать некие размерные признаки, некие размерные линейки. Самое интересное, что во всей Европе размерные признаки, то есть те размеры, по которым мы покупаем одежду, они были придуманы как раз больше 100 лет назад, и они существуют до сегодняшнего дня. Если, например, в России мужчина покупает одежду 52 размера, это говорит о том, что его обхват груди 104 сантиметра. Если женщина покупает одежду 44 размера в России, это значит, если ее измерить сантиметром по груди, это 88 размер. А вот в Германии, если женщина покупает одежду 38 размера, это ширина ее плеч. Вот от этой косточки до этой по спине. Именно так определялись размеры 100 лет назад. А в области талии все женщины пропорционально этому размеру затягивались в корсет. Все остальные размеры были неинтересны, поэтому там говорили о том, что вот в плечах ширина, например, 38 сантиметров. И поэтому все европейские женские размеры, они с очень древней-древней историей. У француженок, например, если у немки 38, у француженки 36, это опять же обусловлено тем, что кость у француженок была потоньше, а немки были пошире в плечах, а в талии они все равно затягивались примерно в одну величину, где-то около
58 сантиметров для 38 размера. Михаил назвал свою систему «Система будущего». Это он сказал «Это система будущего». И он не ошибся, вы представляете? 70% сейчас в мире, да? Да, 70% промышленности работает по системе Мюллера. И по-прежнему эта система развивается, и она является платформой, фундаментом для многих других систем, которые базируются на этой системе. Именно эта система входит в самые прогрессивные системы компьютерного раскроя и компьютерного моделирования одежды, которые существуют в Европе. Мюллера давно нет, в 1998 году умерла последняя наследница этой системы и последняя внучка, правнучка Мюллера. А тем не менее, его система по-прежнему известна и сильна. Та молодая девочка, которая ходила в Нижнетагильский техникум. Институт. Институт. Нижнетагильский. Она знала, что потом будет работать в этой системе в Мюнхене? Нет, я даже не подозревала. Нижний Тагил, мне безумно всегда везло на преподавателей. Моим преподавателем были Сергей Брюханов, Насеткин. И в Нижнем Тагиле такая очень сильная художественная школа. И мне очень сильно повезло, что я туда попала, несмотря на фантастический конкурс на одно место. Мне очень завидовали мои питерские ровесники, которые в то время учились в Мухе, говоря мне: слушай, ну у тебя там такие преподаватели, такие звезды преподают. Вот, и тогда, тем не менее, при том, что очень сильные были преподаватели именно в живописи, в рисунке, в композиции, тем не менее, я-то была самой сильной в черчении и в начертательной геометрии. И очень хотели заполучить меня в качестве сотрудника на кафедре черчения. Мне казалось, что это так скучно чертить всю свою жизнь. Ведь Мюллера именно пропорции – основа всего. Да, да. Вы об этом не знали еще? Нет, я знала про это. Я же закончила математическую школу. Именно поэтому мне так легко давались эти предметы. Построить развертку любого геометрического тела легко и свободно я могла это сделать. Или, например, какой-нибудь чайник выстроить с помощью синусоид и косинусоид. Такие нам задачки с изюминкой задавали. И я их решала с огромным удовольствием. Да, я сегодня занимаюсь тем, что я черчу с утра до вечера практически, потому что пропорции, конструкции – это мой хлеб, это моя жизнь, это мое вдохновение, это меня окрыляет, это мне помогает, и это безумно интересно. В 8 классе вы себе пальто сделали? Да, а в 3 классе было мое первое платье. Да, я всегда одевала себя сама до тех пор, пока не стала такой буржуинкой, что ли, и не заработала себе на свой бизнес, и меня стали, ну, по сути дела, я всегда говорила, вы работаете со мной, но в менталитете россиян это пока не очень хорошо укладывается. Вот, они-то считали, что работали на меня, мои любимые партнеры, которые помогали реализовывать мне мои идеи. Вы всегда были исключением? Вот вас, когда вы учились, вас назвали Ausnahme. Исключение в чем? Наверное, может быть, не совсем правильное воспитание. Здесь, в России, вы кажетесь иностранкой, немкой. Там да. Вы для них все-таки русская. Для них русская, да. Ну, не знаю, мне кажется, я чувствовала свою исключительность, начиная какого-то с первого класса. Исключительность заключалась в том, что мама работала в начальной классе и вела параллельный класс. И мне нельзя было ошибаться просто-напросто. Мне надо было быть лучшей ученицей. Мне об этом все время говорили родители. Ты исключение из правил. У других детей родители не работают в школе, значит, ты не должна нас опозорить. И вот, собственно говоря, с этим лозунгом, с этим флагом пришлось идти через всю жизнь. Да, я как исключение из правил попала в Германию после тестирования, у меня был очень плохой немецкий язык. Но помимо тестов, которые проводились по языку, были еще психологические тесты, и, видимо, у меня надпись во лбу горела: хочу изучить конструирование одежды, хочу изучить немецкие технологии. Поэтому тестирующий психолог махнул на меня рукой и сказал: давайте-ка мы ее возьмем, язык она наберет, потому что за месяц у нее прогресс. Вот. Но она действительно тот человек, который может, как говорят немцы, адаптировать, пройти этот курс. Это был какой год? 92-й? 92-й год. В 93-м году я попадаю в Германию.
Сколько вернулись из вашей школы в Россию ваших сокурсниц? Ну, надо понять. Мюллер и сын. В Мюллере я была первая русская. Первая русская за столетнюю историю, как раз отмечали там накануне столетний юбилей. Я была самая первая русская в Академии Мюллера. И вы знаете, директор школы фрау Шпиц 64 года, она чуть ли меня не пальцами трогала, потому что мама ее в детстве пугала русскими мужиками, что придут спать не будешь, шапками закидают. Вот. А вообще, вот эта система, это же придумал в свое время Коль с Ельциным договорились, то есть Коль подарил Ельцину 1000 путевок для 1000 специалистов молодых. И эти молодые специалисты повышали квалификацию в Германии. И вот в нашей группе не было ни одного текстильщика, ни одного швейника, ни одного модника. То есть люди изучали, повышали свою квалификацию в слесарном деле, в архитектурном деле, в гостиничном, в туристическом бизнесе. То есть очень разные рабочие направления, да, где надо было... То есть цель этой программы была такова: пригласить молодых педагогов из профтехшколы, 1000 человек, из России в течение, очевидно, должно было быть это, я не знаю, там 50 лет эта программа должна была существовать. Нас набирали по 20 человек в месяц, если набирали. И мы должны были повысить свою квалификацию, вернуться обратно и тиражировать себе подобных. Совершенно замечательная идея. Но школу свою открыли только вы, школу МИФ. Когда через 3 года подводились итоги вот этой вот стажировки, то оказалось, что это был не самый удачный проект. Вот сейчас мы думаем, почему идеи перестройки захлебнулись, почему у нас вновь не брежневизм и так далее, почему народ хочет опять Сталина и так далее. Вот я смотрю на вас и вижу, что вы в тот момент были готовы, чтобы измениться и стать другой совершенно. Конечно. Более того, я вам хочу сказать, вот вы спрашиваете, кто вернулся, не вернулся в 1994 году, когда, собственно говоря, уже можно сейчас об этом не молчать, 1993-1994 год – это были одни из самых ярких годов в моей жизни. Во-первых, я изучала то, к чему всегда стремилась. Во-вторых, уже буквально через 2 месяца, несмотря на мой немножечко угловатый немецкий язык, а плохой немецкий язык, мне позволили преподавать рисунок и живопись в этой же академии. Я со студентами вместе, ну, языком знаков, рисунков объяснялась, и мы вели вот эти рисунки, уроки рисунка. Я бедная учительница, проживающая на совместной жилплощади с родственниками мужа, получаю квартиру в центре Мюнхена, представляете? То есть столько кусков счастья, и плюс на меня сваливается вот эта большая фантастическая любовь, которая со мной по сегодняшний день. И тогда, в 1993 году, я встретила человека, с которым я сейчас соединила себя. И, собственно говоря, все были условия, все предпосылки созданы для того, чтобы я там осталась. Не на секунду. Вот. Это не чудо, что у вас личное счастье в Германии, а чудо в том, что вы здесь свое дерево посадили и вырастили целую школу. Я про это говорю? Да. Вы знаете, ни на секунду, ни на минуту не оставалось у меня каких-то сомнений по поводу того, что я должна, не должна возвращаться в Россию. Я должна была вернуться в Россию. Я обязана должна была вернуться в Россию. Я... Простите, пионерка, я красная пионерка, да? Я должна была отработать. Красное платье. Да, я должна была отработать то, что в меня вложили 2 государства. Я должна была отработать этот подарок, я должна была вернуть тот долг. Я многое получила, и мне очень хотелось с этим поделиться. И мне казалось, что я вернусь в страну, где так много будет перемен, и я буду, в общем-то, сопричастна к этим переменам, и я буду стоять в авангарде, и я буду, не знаю, и все будет здорово. Оказалось, все не так просто. 10 лет ваша школа развалилась. Да, она развалилась. Но об этом в следующих частях.